Итак, добрый вечер. Добрый вечер 1 июня. Июля. Это я приехала в гостиницу, которую сняла Жанна. Это маленький городочек Кисими, в 20 милях от Орландо. Вот возле этого городка Кисими, слева от меня сейчас сразу, будет находиться Дисней Ворлд. Итак, добрый вечер. Пойду сейчас Жанну показывать. И вот сейчас уже 5 часов вечера. Она только что приехала, поэтому я как бы так поздно примчалась сюда. Муж ее подъедет чуть позднее, он занимается спортом где-то там, в Тампе. Она приехала с Доти, с внучкой, с малюпусенькой, с халюсенькой. Короче говоря, что я хотела сказать? Она сняла эту гостиницу, шикарный номер, кстати, я сейчас заходила, за 27 долларов. Это летом через hotline.com. Здравствуйте! Жанночка, скажи здравствуйте. Привет, привет. Да. Жанна только что вернулась из России. Привет, привет. Красотка такая. Сейчас она пытается войти в интернет, чтобы распечатать купон. Можно купить купон на любой ресторан за 25 долларов, заплатив 2 доллара. Вот сейчас она... Но его надо распечатать. У нас проблемка стала распечатать. Чтобы распечатать, вот эти компьютеры, они все платные. Чтобы заплатить, нам надо 1 минута 25 центов стоит. Нам надо вот каким-то образом купить вот эту карту. Ну как это делается, хрен его знает, по большому счету. Никто не знает. Вот это лобби гостиницы вот этой вот. И вот совсем рядышком вот Universal с Гарри Поттером. И все это прочее. А гостиница называется... Я сейчас скажу, как она называется. Она называется... Сейчас я туда выйду с той стороны. Такая симпатичная гостиница. Прям там ресторанчик такой, барчик такой. Вообще буфет. Это шведский стол. На 27 долларов такая гостиница, практически в центре Кисими, прямо рядышком со всеми аттракционами. И вот эти вот шаттлы, вот эти большие автобусы, они бесплатные. Они отсюда вас отвезут и доставят в любой парк Диснейленда, Сивору. Это все тут недалеко, все рядышком. Вот такое все симпатичное. Очень такое вот даже. Везде такие вот двухэтажные домики с красной черепицей покрыты. Ну, в общем, я хочу сказать, за такую гостиницу 27 долларов в день, это даже очень. В принципе, в такой гостинице можно жить. Это получается 600-700 долларов в месяц. Ха, люди за апартменты платят по 1000. Флорида. Так, а как в итоге, как называется? Как называется гостиница? Ей! Ладно. Сейчас я все-таки зайду туда и найду название. Ага, вот она какая большая. И вот она какая большая вся гостиница. Где этот лобби, куда я пришла? Вот она. Вот он, entrance. Вот я нахожусь здесь. И вот как много здесь этих... Кстати, очень большой бассейн, хороший, красивый. Я там уже сегодня была. Ну, я его нашла. Хорошо. Хорошо, сейчас... Я хочу найти, как называется гостиница. Вот. Western Lake White. И вот написано Кисими, Флорида. Все. Это я к тому, что вдруг кому-то захочется здесь остановить. Ну, короче, имейте в виду, что в Орландо можно снять очень-очень-очень-очень дешево за гостиницу. Ну что, мы куда? Лимузин. Не поеду. Не поеду, иди без нас. Дотя уже твоя ушла? Ой, надо же этот самый. Да, они поехали уже. Ага, вот она. Красивая. Я ж тебя хочу снять вот так по всей красоте. Не хочу. Фу, какая ты нехорошая девочка, такая красивая. Не-не-не. Ты когда себя полюбишь уже всей душой и телом? Нет. Ладно, я тебя не снимаю. Все, до свидания, пока, Жанна не хочет. Ладно. Ну без красоты как обойтись? Нет, я плавала в бассейне. Я заменила.